Губернатор Приморья передал спасателям края новую спецтехнику. Краевые спасательные подразделения получили квадроциклы, болота и снегоходы, прицепы для их оперативной доставки. Очень важным приобретением стали три машины, способные передвигаться по снежным заносам и болотам. Важность наличия такой техники показал декабрьский снегопад в Ольгинском округе, когда сообщение между селами было возможно только на таком транспорте. Олег Кожемяка лично руководил спасательными работами и еще тогда распорядился усилить группировку краевых сил ГОИЧС именно такими высокопроходимыми машинами. Глава региона отметил, что в дальнейшем такую практику будут расширять и формировать надежную базу технически оснащенных частей гражданской обороны и противопожарной охраны Приморского края.